Или так себе? Лучше в Москве. Так, лучший из эконом-варианта, из эконом-сегмента. Но все же лучшие. Вот я к ним лицом все время, а они ко мне все время за. Великолепно. Да, первый финал. Правая колено кожи под лопатку, слышь, чтобы он не лег на. Да, да. Ну и единственное. Дальше двигайся через голову. Одна, другая рука стоит. Должна вот. Ошибка голову сутки переключается. Колено подведи правое в сторону. Это я вижу. Я это оценил. Вот на руках опять подбираю. Правой руке там возьми, вот так готов. Потом возьми правой рукой. Да-да. Чехов, ты не видишь, да, оцениваешь технические действия. Да. Сейчас вот лопала, ходили руку от меня. Я вам там плохо спрятал. Поищи ручки. Либо за спиной, да. Пятку по линии сгиба загоняешь, сгиба начинаешь. Пятку по линии сгиба. Знаешь, вот такой на себе порядок какой-то? Тишина, покой. Никуда не ходить. Куда же там? Не верно, не пускали. Побежался. Mm-hmm.
Что сделали? Приучили. Почему? А, формат. Просто Жуков этот раз пришел, и он совпадается с грозным видом. Фамилия. Да. Прям не на радость. Победа не стал, Коля. Победа не стал, выиграл.